Первомайский проспект в Рязани в стадии активного ремонта. От моста и практически до площади Победы масштабные траншеи. Впрочем, так будет недолго. Объем работ понятен, материалы уже готовы, причем отечественные. Сейчас приступили к подготовительным работам. Это вот сваривать трубы между собой, чтобы потом, у нас же будет всего 2 недели до отключения горячей воды, мы отключим, и подрядчик сразу начнет опускать трубы, чтобы не задерживать отключение горячей воды. Так что на данный момент мы идем с опережением графика, все уже откопано, и сегодня мы начнем копать в сторону моста, сегодня в ночь. Длина участка примерно 750 метров, всего уложат 1,5 километра труб в 2 ряда. Стоимость первого этапа – 100 миллионов. Много разговоров было по изменению транспортной схемы, но пока что большинство автолюбителей добросовестно сворачивают в объезд. Все предупреждающие знаки на месте, включая вот этот кирпич. По выделенной полосе ехать могут только автобусы, об этом уже не раз говорилось, в том числе и нами. Вот только тех, кто пытается проскочить в наглую, все больше. Прямо во время съемок таких машин мы насчитали с десяток. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаком 5.14.1, запрещается движение и остановка других транспортных средств, за исключением школьных автобусов, а также транспортных средств, которые используются в качестве легкового такси. Согласно части 1.1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение требований правил дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. Срок окончания первого этапа 12 июля. Неудобства для автолюбителей понятны, но ремонт, говорят в мэрии, это вынужденная необходимость. После его окончания аварийность на этом участке будет значительно снижена.